Всем привет. Сегодня у нас вот такая вот посылка. Вы слышите, кто там? Сейчас хорошо слышно, кто там? Там сейчас кто-то мяукал. В общем, там есть вот такое вот чудо. Нам позвонили, что в городе, в сетке Рабицы, ну, я так понимаю, в заборе, кто-то запутался. Вы видите, кто это? Я первый раз вижу их маленькими. Вы сами отгадайте, кто это. Очень на волчат похоже. Прям очень. Прям маленький. Но вот этот вот комочек серый придется брать все-таки в перчатках. Объясню почему. Потому что лисы – переносчики всяких волшебных чудных заболеваний. Вот, мало ли родители чем-нибудь болеют и могли передать это своему чудному лисенку. Пока мы его на карантине не передержим, вот, это чудо придется вот пока брать вот так. Да, малыш? Не бойся. Ай, ты умничка. Ты вот такой. Ты что такое? Покажись на свет белый. Ух ты. Как тебя зовут? 100% Ларсен. Да? Ты девочка или мальчик? Да, я тебя посмотрю. Стой. Я только посмотрю. Так, ну, вообще-то, если честно, тут даже и не видно, кто. Это девочка. Ты маленькая девочка? Все, не вопрос. Ну, и как у тебя делишки? Ты такая сладенькая. Так, где ж нам молоко? У нас нет молока? Есть. Дай-ка блюдечко-то чуть-чуть молочка. Давай носиком туда. Давай. Носиком. Ну, малыш, давай. Дай-ка пальцем по носику аккуратно. Смотри, чтоб не тяпнул. Ну-ка, давай. Так, а шприц набрать? Ну-ка, молочко. Давай, зайка. Молочко. А тебе мой сладкий. Вот так. Вкусное молоко. Не лище? Нет? Давай, зайка. Еще же. Давай. Ну. Что случилось? Ну-ка, давай. Молочко давай. Так, а если чуть-чуть немножко миска? И мне кажется, это вполне здорово. Ну-ка, тягани перчатку с меня. Ну-ка. Что я не бойся, что? Давай, тягани ко второй. Ну-ка, давай, скажи. Вот. Вот ты умница. Да ты же вообще малыш. Не шкали, мяшка, кушать. Это можно есть чуть-чуть. Ну-ка. Нет? Чуть-чуть. Вот, чуть-чуть. А эти сладкие. Да, по чуть. Вот. Вот он. Ух ты мой сладкий. Ты мой жалко маленький. Чуть-чуть мяша. Ты такая девочка. Ой, ты, эй, пальцы мои, тям-ням-ням-ням. Кажется, он распробовал. Еще. Так, но надо по чуть-чуть. Ты так ругаешься. Мамку потерял. И что мы с тобой делать? Смотри, что мы с тобой делать будем? Эх, мамку потеряла совсем. Ню, эй, ты такая славная. Эх,
Что с тобой делать-то, малыш? Совсем маленькая. Да, малыш. Да я думаю, она вполне здорова. Вполне здорова. Да, маленькая. Маленькая зайка. Да, такой комочек. Совсем маленький такой, да? Зайка? Такой славный питомец. Такой маленький, но уже весьма вонючий, скажем так. Ты ежиком пахнешь сильно. Прям вот ежик и ежик. Ну, знаешь, как маленькие щенятки попахивают молоком, так тоже попахивает таким молочком. Ну, все. Ай, умница. А ты куда делся от мамки вообще? И что тебя мамка не вытащила? Ишь ты, рванул, вот теперь попал. Ох ты, это ты делаешь такое. Садись еще. Будем смотреть, как ты растешь. Да?